творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфудин. Кафе и ресторан красоты The Beauty. Сейчас я приготовила себе такой обед для моего, для себя, в моем, так скажем, моем гранд ресторанте. Сейчас пойду на мой эксклюзив балкони кушать. Видео загружается, видео я поставила загружаться. Ну что, здесь я куда? Сюда. Вот здесь показать. А, сейчас я принесу эту штучку. Сейчас я принесу, или там у меня уже она поставлена. Сейчас я сейчас занавешу. Ну что, сюда столик, туда эту штучку. Какой на этом подносике? Наверное, этот сейчас поднос помою. Сейчас его сполосну чуть-чуть, или так хорошо. Сейчас его протру. Мы такой эксклюзив. О, хелака. Такая девочка Малибу. Ох, я такая, с этим подносом эксклюзивным, в этом танце, в танце живота. Обратите внимание. Ох, это мое кафе-ресторан, красоты дебют. Ох, это литературное чтение. Спинку прямо, Татьяна Салмановна, спинку прямо. Ну, ох, я такая красотка, просто мисс Вселенная. Просто супер красотка. Просто такая супер оргазмическая. Супер. Значит, так, аккуратненько двигаем столик. Ну, с подносиком, двигаем аккуратненько все это. Ох, это кафе красоты The Beauty. Сейчас ручки еще помою, ручки помою. Красота, еще нужно принести салфеточки.
где была моя шляпка? Может, я такой накину? Такое что-то красивенькое. Красивенько накинут эту шляпку. Не знаю, даже эту шляпу или, может быть, ту шляпку. Может, что-нибудь такое накину? Как бы сейчас посмотрю. Какая бы такая шляпка. Ну что, давайте я вам тут это покажу, расскажу, что приготовила. Сходила сегодня в магазинчик Семишагов, в общем, яйца купила, сварила эти куриные яйца. Картошечку я вчера варила, вот вареная картошечка с майонезиком, с кетчупом, вареные яйца, салатик из свежего огурчика, два бутерброда. С имитированной красной икрой, в общем, свежая водичка, низкий ключ. Так что вот. То есть надо посмотреть, как у меня здесь эта съемочка. Как эта съемочка, видеосъемочка идет, чтобы больше это было, чтобы видно было. Немножко нужно вот так. Шляпку одела, такая еще в шляпе эротическая. Ах, чистая вода, как советует Натали Грейс. В общем, на воде не нужно экономить, и в принципе водичка есть по разной цене, водичка по разной цене. И вот чистую водичку. Ой, наслаждаться природа, какое небо. Какое небо, эти облака, шикарная, совершенно шикарная погода в Санкт-Петербурге. Ох, этот выходной день. Выходной день, совершенно шикарнейшая погода. Погода шепчет. Ну, кто загорает, я, в принципе, сейчас, наверное, не знаю, люди, может быть, предпочитают, знаете, такую, может быть, аристократическую бледность, знаете, чтобы быть, знаете, таким этим, как-то вот... А так, конечно. Как-то мне нужно больше какую-то открыть эту штуку. Да, в чем-то как-то вот это. Это не очень удобно. Как я тут? В этой шляпе. Фотка, конечно, выходной. Выходной, шикарная погода. Как-то в шляпе не очень, даже не знала. Как-то вот надо без шляпы. Без шляпы более как-то. Потому что не очень удобно в шляпе, потому что, знаете, если, конечно, там на самом балконе, конечно, там это и солнышко, и, в общем, как-то вот, а здесь... более комфортно, как ты себя чувствуешь. Вот такая красота. А на балконе, на моем эксклюзивном, нужно еще дизайн делать, еще дизайн. Вот. А тут совмещать. Чистый воздух. Дышать свежим воздухом и гулять. Но в эксклюзиве. В эксклюзиве, как бы, знаете. В комнате смотришь, красота, эти мебеля. В общем, люблю красотой наслаждаться. Там немножко как-то вот это вот. Требует все дизайнов.
И пейзаж такой, смотрите. Там, там сяду, поставлю мой ноутбук видеокамеру. И знаете, как-то сам весь этот балкон, конечно, он у меня под Венишем, но, понимаете, такой мой стиль под Венишем требует очень много эксклюзивных вещей. Вот. А не просто, знаете, как-то вот это вот. Там требуется еще дизайн. И потом в один бок, как-то в другой, если в один, в другой. И какой-то как-то там смотришь как-то вот это. А здесь у меня, знаете, такой пейзаж. Ну, только на себя смотрю, у меня крупно на моем ноутбуке. Сейчас немножко солнышко так. А так у меня открывается вид деревья. И большую часть это небо. Небо и облака. В общем, люблю, конечно, знаете, это, вот это небо, облака. Более эксклюзивно, супер эксклюзивно чувствую себя, как, знаете, как это. Мои такие подносы, столики, и здесь я так смотрю, то есть здесь более, знаете, посмотришь, здесь золотые стулья, здесь вот это. В общем, как-то здесь более вот так. Ну что, сейчас покушаю, потому что время-то у нас уже daytime. Так я, конечно, встала в 4 утра сегодня. Легла поздно, встала в 4 утра. Ну там, посмотрите мою активити на моей странице ВКонтакте. Татьяна Салманова через дефис, Мактум Сай, Фудин через дефис. У меня tea 5 o'clock 5 morning o'clock table activity. Ну, так что вот час миллиардера, и потом снова спать легла. Я вот подумала, может быть, это сложно, как-то более, в общем, смотрю, как бы сделать так, чтобы более красивое было. Ну ладно, хорошо, если немножко надо будет призакрываться эта дверь, призакрываться. Как-то, знаете, и чтобы ноги красиво, вот вот все. И ногами, и себя, в общем, красиво. Вот. Так, знаете, там, как наслаждаться. И еще, знаете, здесь мне нужно, на самом деле, как-то красиво-красиво сделать, в общем, оформить красиво для моей, знаете, для моей видеосъемочки. Вообще хотела сделать перестановку в комнате. Думаю, двинем дальше кровать, а сюда поставлю трон. Поставлю трон, буду открывать это окно, и буду уже, знаете, как на комнате ходить, будет очень красивый пейзаж. Но пока еще не передвинула. И пока я думаю на эту тему. Кто смотрел мое видео, вчера я читала приложение Б в книге «Наука быть великим» 1892 года, да, какой там, 1892 год, обращение к американскому конгрессу, речь до этого видео, он тоже записала речь для американского конгресса, вот. В защиту прав женщин.
И уже подумала, что речь до конгресса уже написала. Можно и к школе очарования, к оргазмическим потокам, к тантре, к тантре-йоге. Изучать. Очень, очень такие видео, обратите внимание, там загрузила. Видео школы очарования, а тантрические отношения. Вы там слышали? Как она говорит, какого мужчину? Какие требования к мужчине? Так что вот. Я слушала это уже неоднократно, записывала, когда у меня мой лайв-журнал записывала, там прям слушала неоднократно. И, конечно, много интересного она говорит, очень много интересного. Эти стихии, конечно, она всех секретов не раскрывает. Так а там сука, я там смотрела, там такие деньги нужно заплатить за частные ретриты. Там, наверное, на частном, если оплатишь там 300 тысяч чего там, рублей, долларов, доллар, 300 тысяч или 100 тысяч долларов. Вот тогда, возможно, она там уже скрывает какие-то, знаете, такие секреты. Ну как, когда он, знаете, перед тем, как она сказала, перед тем, как ему, в общем, она уже его встречает в водном оргазме. И он такой, даже если он в огне, она уже перед тем, как ему войти, наполняется водным оргазмом, и такая уже вся в любви, смотрит на него, и все, он уже поплыл, уже любовь. Она же не говорит, как это делать. Она советует слушать ее медитации. Я красивая, я оргазмичная. Приезжать на частные ретриты. Все это стоит денег. Сначала нужно такие 100 тысяч долларов заработать надо, прежде чем поехать на такой ретрит. Такие деньги нужно иметь. Конечно, очень много интересного пишет Наталья Борисовна Правдина в книжке «Секреты любви, секрет любви и секса». Будем изучать, читать, и я для себя тоже хочу, я книжку полностью не читала. Книжки Манта Качия. Исцеление сексом. Я уже там читала, я же там начала читать про
О, микрокосмическая орбита. Вообще нужно больше сконцентрироваться. Все-таки как там кушаем, сконцентрироваться на наслаждаться едой как искусством, наслаждаться собой, природой, шикарной погодой, небом. Ну что сказать, вы там кто смотрел? Книжный клуб. Книжный клуб – это иностранный фильм. Я вчера его половину посмотрела, этого фильма. Думала, спать лягу, а потом нет, ладно, думаю, посмотрю. Вот там эти женщины, пенсионерки, зачитались. Ну, иностранные пенсионерки, знаете, такая пенсионерка, у которой отель. Или такая женщина, может, они не пенсионерки, может, они просто в возрасте, я даже не знаю, сколько им лет. Одна такая судья, другая, ну такие все состоятельные. Сколько там оттенков серого, зачитались они книжкой. Оттенки серого. Зачитались там эротикой, что там такое пишут. Ну, и смотрите, вот там вот одна говорит, что она уже там 18 лет как развелась с мужем, вот, и секса у нее эти годы никогда не было, и она вообще даже более счастлива, чем когда у нее наоборот муж был с этим сексом. Я так вот поняла из этого фильма. Вы поняли, да? Такие успешные американские женщины. Говорит Светлана Ермакова, на все вопросы, которые удобно задавать, уже, наверное, задали, как-то отвечают. А вы задавайте неудобные вопросы. И Светлана Ермакова вам будет отвечать. Она сама сказала, все неудобные вопросы. Ну, так что вот, и она ответит. Ну, если вы спонсируете, наверное, ее канал, ее канал, она методики пишет, книжки пишет, она вам ответит. Ну, а если вы не спонсируете, ну, тогда она в перспективе вам возможно ответит. Так что вот, так что возвращаясь к этому фильму, к этим женщинам, что там вообще показывает? Надо, конечно, его на зарядочку поставить. Тащить этот шнур, на зарядочку поставить мой ноутбук. Ну, если что, я потом поставлю на зарядочку, сделаю еще одну серию, следующую. А, на чем я остановилась? На этом фильме. Вот. Я сама эту книжку не читала, но немножко предполагаю, они прям так зачитались. Вообще интересно, смотрите, у них женский клуб, там вчетвером, такие, ну, подруги, так, ну, или подруги, как они себя считают, знакомые, общаются раз в неделю, у них книжный клуб, и для работы мозга они изучают какую-то книгу, а потом обсуждают ее. Очень интересно, очень интересно. Есть о чем поговорить, и книжки почитают, и, в общем, как-то вот так.
математика такая оригинальная. В общем, если честно, посмотрела половину этого, половину посмотрела этого фильма. Он как там познакомился в самолете, мужчина-пилот с этой женщиной. Хоть у нее фигура очень красивая, хоть она, знаете, такая стройная, и вообще актриса, она, по-моему, такая очень, ну, я думаю, что эта женщина очень богатая актриса, голливудская, вот. Но все равно видно, даже по нашим меркам видно, что она пенсионерка. Так что вот. Волосы у нее седые, она не красит. Видно, что пенсионерка. Мужчина, который с ней познакомился, ну явно моложе ее, мы явно моложе. Ну, я так, знаете, усомнилась, бывает ли такое в жизни, а потом что далеко ходить? Самое главное, имен бы не перепутать. Это бывший муж этой принцессы Дианы. Отец этого Гарри. Принца Гарри. Он же, слушайте, ну не надо мухи, давайте вылетать отсюда. В общем, он же как бы, в общем, вот его такая вот эта любовь, он как бы, да, обычная женщина, он на ней даже женился, такой Камилу зовут. Вот, а потом я подумала, знаете, вот в молодости, так скажем, вот так вот в нее влюбился. Ну, а потом вот так вот, ну вы поняли, да? А потом снова они как-то вместе. Если, конечно, вот так вот посмотреть. А это не просто кто-то. Хотя вот этот фильм, когда я посмотрела, я, знаете, как-то усомнилась по поводу этого пилота, что он как-то к этой женщине вообще. Он будет смотреть этот фильм. Но вообще мне там не понравились старческие разговоры. У этих женщин эти дети взрослые, и они там такие разговоры ведут уже с этими женщинами, какие-то такие старческие. И та даже стала скрывать, что там у нее она там с мужчиной встречается. В общем, на самом деле, такие вот разговоры там, знаете, вот эти вот. Я вам пересказывать не буду. Мне этим фильм не понравился. Я просто редко, честно говоря, редко, наверное, смотрю, да, какие-то фильмы, чтобы там, а, нет, ну хорошо, далеко ходить не надо. Сравним. В рамках моей творческой студии позитивного мышления сравним. Фильм «Между нами девочками», это девушка на пенсии, которая, и вот эти четыре женщины. Ведь она мне нравится, я вот смотрю это, я просто восхищаюсь. Вот, кстати, вот, хорошая тема. Но у нее какая философия, и два мужчины рядом. Ну, там ее возраст, но все равно одевается, как она. Певица. Романцев одевается, эти шляпки, эти вообще наряды, это помады, совершенно по-другому. Вот.
совершенно одевается, она как-то вот это вот. И философия такая. Я же им написала. Когда ей грустно, или плохо, или плакать хочется, она или поет, или смеется, или улыбается. В общем, вот так. Вот такая у нее философия. И разговоров таких нету вот в этой, как там, в этом фильме. Каких-то стартовских. Может быть, потому что она себя позиционирует так-то. Да, надо будет подумать. Я подумаю, ну, порассуждать на эту тему. Я же там забежала, можете посмотреть. Есть фильмы, как там, и этот тоже посмотреть. Хотя, вот одна из них, которая там с этим, с отелем, это тоже знаменитая американская актриса. Но в ней чего-то вот не хватает в этой, как-то, может быть, ее отношения. Знаете, у нее такая философия. Знаете, как она там в отеле, когда проходит, она говорит. Как же она говорит? Такая ее жизненная позиция. Что ей по жизни никто не нужен. Вот. Вот она так и говорит. Кроме себя самой, по жизни ей никто не нужен. Получается, это более душевное. И позаботиться, и позвонить, да там Аркаша, ты там что-то отдел, там вот это. А то и кроме себя никто не нужен, и как-то вот так вот. А это несмотря на свое вот это вот, она, в общем, наверное, уже неожиданно зарядка. Сколько зарядки на компьютере, столько и снимать он будет. Я не подключила к этому. В общем, надо сейчас еще майонезик принести. Майонезик. Может подключить его? Шнур надо снимать.
что? Еще кетчупа, майонезика. Нет, ну зарядочка, да ладно, будет небо такое, ну сколько там будет? Полчаса, ну такие они видео у меня получаются, хотя по килобайтам очень много килобайт. Видео получается много килобайт. Вообще я подумала, что нужно такие более шот снимать. Или по 18, или по 28 минут, или по 8. Да. Так вот, 8-18, 28 минут позитива со мной. С Татьяной Салмановной Мак, Тумса. Там такое пишут, в книжке Натальи Правдина, там такое пишет, что про тантра, про тантра-йогу, там нужно, видите, выборочно делать эти моменты, иначе как бы, ну, сижу, я же почти, как бы, на моем балконе, вот, слышимость, здесь, понимаете, слышимость такая, вы же знаете, там все что по дороге, вот это прям разговаривают по телефону, идут по дороге, и слышно. Вот. Кто не знает, дорога у меня здесь. Вот. Тротуар, потом дорога. Проезжая часть.